Всем здравствуйте! Вас приветствует канал Рима Кухня Огород. Хочу сегодня сделать видеообзор моих помидор, которые растут в открытом грунте. Они находятся у моей дочери в городе Самара. И вот она высаживает и выращивает. Вот. Это вот новый сорт, сорт Патимар. Вот он таким получается в открытом грунте. Я сейчас покажу самый красивый. У нас, я еще забыла сказать, что сегодня у нас 2 августа. И вот у него, пожалуйста, сколько завязалось кистей, насколько они большие и крупные. Вот. Вот так вот. Это сорт у нас Патимар. И здесь у меня сидят, дальше сидят у нас сорта гномы. Вот гном. Просто показываю того, чтобы видели, как они сидят в открытом грунте. Как завязались на 2 августа. Вот, пожалуйста, это все гномы. Это один куст. Их достаточно много, и они очень крупные. И, ну, есть и средние, вот эти средние. Но есть и крупный сорт гном. Дальше пошли. Это у меня... Что это у меня? Буду показывать. Пурпурный мятный. Завязался раз. Завязался два. Завязался... Вон там вот 3 у меня. Пожалуйста, какие крупные. На вкус еще не знаю. Вот такие у меня помидорчики. Они мятные. Скорее всего, уже надо сорвать. Так, такой... Новый сорт Мега Мавр. Раз завязался, два завязался, 3. Пожалуйста, крупный, хороший сорт. Я довольна. Дальше у меня сорт какой? Мелисса Кавказская овчарка. Раз завязался, два завязался, 3. 3 яруса. Все завязались. По 3 яруса. Обалденные. Идем дальше по сортам. Это у меня какой? Здесь прям он очень большой куст. Очень тяжелый. Вот он такой. Вот и он его прям очень. Он весь набитый помидорами, томатами. Сейчас я скажу. Здесь вот 1, 2, 3 яруса завязалось. И сейчас мы найдем его название. И это у нас приамурский крупноплодный. Ну, действительно, название говорит само за себя. На 2 августа. Так, это сердце мавра. Посмотрим, какое у нас сердце мавра. Обалденное сердце. Ничего не сказать. 1, 2, 3 яруса завязалось. Обалденные кусты. Ну, и здесь у меня вот продолжение. Гномы сидят мои. Вон у кусту очень-очень много. Вот они, вот они. Ну, разве гномы это? Огромнейшие гномы. Хороший сорт. Пошли дальше. Здесь у меня оранжевый сорт. Я сейчас скажу. Кетвелл оранжевый. Вот тоже сам за себя. Крупноплодный, плотный, мясистый. Семян практически нет. Я его уже пробовала, срывала. Очень сладкий, прям сладкий-сладкий. Здесь завязалось. 1, 2, 3. Ну, 3, могу сказать. Вот. Дальше. Рабочие выхпус пасты. Их было вот таких вот много. Вот тут вот тоже было. Я уже съела. Тут 1, 2 яруса завязалось. Но многочисленные, хорошие. На салат, на все-все-все. Поехали дальше. Мои кустики. И это у нас... О, здесь какие-то гиганты у меня. Сейчас скажу, кто это. И это Иерусалимское бычье сердце. Ну, действительно, оно сердце бычье огромное. Я уже съела. Они красного цвета. Польская слива тетушки Сварло. Вот так вот сидят они в открытом грунте. Обалденный. Действительно, как сливка. Действительно... Его много. 1, 2, 3 завязалось.
Поехали дальше. Это кто у нас? Мега Мавр тоже. Тот же. Так, и здесь тоже интересный. Где-то название было. А король ананас. Это наш лучший друг. Король ананас. Тоже многоплодный. Тоже очень много. Ну и последний у меня осталась линейка. Повторюсь, сегодня 2 августа. Вот. Это у нас кто? Иерусалимский гигант. Раз. Его очень много на кусту. Раз, два, три, четыре. И вот здесь вот по мелочи завязались. Хороший куст. Так, сердце какое-то вижу. Иерусалимское бычье сердце. Ну, оно было где-то у меня уже. Но действительно, бычье огромные. Даже вот на третьем ярусе, посмотрите, какой огромный завязался. Так, а вот это что у нас такое интересное? Немецкое бычье сердце. Гомера. Это тоже отличный куст. Вот такие вот крупные. Раз, два, три. Три яруса завязалось. Так, пошли дальше. Интересный мне вот этот. Они оранжевые. Это, наверное, бычье сердце. Гигант. Оранжевого цвета. Раз, два, три яруса завязалось. Так. Люсин Тильсон. Тоже интересная. Раз, два, три яруса. Средний плотный. Плотный. Но вот такой вот размерчик. О, винная бухта. Очень вкусный, сладкий, крупный, вкусный. Темный такой цвет, насыщенный у него. Темный бордо внутри. Вот такие крупные плоды. Ну и пока вот могу сказать, вот так вот на 2 августа. Семена все у нас будут. Вот, обращайтесь. Всего хорошего. Здравствуйте. Ну, пришли мы на дегустацию. Это у нас сорт метный. Посмотрим, сколько он. Так вот, обнулим. Посмотрим, сколько он у нас будет. 452 грамма. Отличный результат. Сейчас будем смотреть, какой же он у нас внутри. Вот он у нас такой внутри. Действительно, цвет мятный. Попробуем на вкус. Сладкий. Даже не кислый. Просто сладкий. Вкусный. Есть семена даже. Вот так вот.